Всем салам, на связи Сарам. Как всегда, мы находимся на лучшем сайте по открытию кейсов MyCSGO. Хотел бы вам напомнить то, что на сайте действует мой промокод SARAM, введя который вы получите бонус в виде 35% к вашему депозиту. Вводить его нужно вот сюда. Вводите большими буквами промокод SARAM, после чего пишите сумму, которую хотите закинуть на сайт, к примеру 1000 рублей. Получаете 350 рублей сверху. Пополняете баланс на 5000 рублей, получите 1750 рублей сверху. Но если вы очень богатый человек и решите пополнить баланс на 10 тысяч рублей, получите 3500 рублей сверху. Как по мне, это полная халява. Пополнить на сайт можно различными способами, такими как Visa, Сбербанк, Kiwi, Юмани, Google Pay, Apple Pay, PayPal, биткоинами и другими различными способами. Также, если у вас завалялись ненужные скины, которые вы давно хотите продать либо обменять, на сайте предусмотрено пополнение баланса кейсами либо скинами, а именно SkinPay, SkinsBack и Skinify. При пополнении баланса не забывай вводить мой промокод SARAM, так как для меня это будет огромной поддержкой, а вы получите с этого приятный бонус. Мы не будем долго томить, и давайте с вами приступим к просмотру. Итак, дамы и господа, мы с вами находимся на прекрасном сайте MyCSGO, где мы в последнее время забрали довольно-таки большое количество скинов, которые мы взяли, вывели, которые мы взяли, продали, пооткрывали еще кейсы. Что у нас только с вами не было? Проигрыши, выигрыши и тому подобное, много чего было. Но в этой серии у нас на балансе 13 тысяч, с 13 тысяч я бы хотел попробовать окупиться, потому что, ну, для чего выпускать серию, где я не буду окупаться, потому что многие в комментариях спрашивали, говорили, мол, для чего ты, почему ты не выкладываешь свои проигрыши, а для чего их выкладывать, вам будет интересно это смотреть. Бывает такое то, что я сажусь записывать ролик, открываю там первый попавшийся кейс, который только мне выпал в глаза, и все, и у меня уходит на этот кейс весь баланс, и для чего такое выкладывать? Я думаю, вам такое неинтересно смотреть, и именно поэтому я выкладываю только те ролики, в которых я выхожу в плюс, с которых я окупаюсь. Потому что я не вижу смысла выкладывать ролики, где я буду уходить в минус. Ну, как по мне, это неправильно. Поэтому в этом ролике наша задача хотя бы на 1002 окупиться. Поэтому я бы хотел с вами пооткрывать в этом ролике что-то... То, чего мы еще не открывали. Вот, примерно, кейс Carrot, который мы ни разу не открывали. Он дешевый, стоит 142 рубля. Кейсы тут, скины тут довольно-таки неплохие. Нам выполнено 91 рубль. То есть можно попробовать просто пооткрывать те кейсы, которых я еще ни разу не открывал. То есть они как бы есть на сайте, но мы их ни разу не открывали. Как бы вы их ни разу не видели. Давайте не, ну прям 153 рубля. Кстати, вот сейчас нас окупило на 153 рубля. Хочу прям вот... Очень много кейсов за этот ролик открыть. Прям большое количество кейсов. То есть наша задача сегодня растянуть примерно на минут 10 открытие там хотя бы половины кейсов, которые есть на сайте. Не знаю, получится это или нет, поэтому будем делать все быстро максимально. Вот. Нам, кстати, падает Mortis, и это 200 рублей. Довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо. Давайте Доминик Тарет попробуем. 190 рублей тратим на 10 кейсов и пробуем их открывать. 183 рубля. Ну, знаете, сайт, кейс, кейс этот, он особо сильно не сливает. То есть не такого, что там выпало скинов на рублей 80. Кстати, вот возможно сейчас... О, 246. А что у нас тут такого дорогого выпало? А что тут такое дорогое? Ну вот, карпкои только новая нам выпала какая-то. А, две таких, две, все, я понял. Тогда ладно, тогда ладно. И это окуп. Это окуп. Кстати, король драконов за 567 рублей. Ничего себе, Доминик Торетто нам подсыпал. 655 рублей нам выпало. Неплохо. Реально кейс годный. Можно попробовать его пооткрывать. 6000 агент стоит. Кстати, агентов мы ни разу не открывали. Че, стоит рисковать? Не стоит? Да, конечно, стоит. Давайте попробуем, рискнем. 6000 потратим. А вот это вроде бы неплохо. А вот это вроде бы неплохо. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Мы рискнули. И забрали скины на 7000 рублей. Что можно из этого оставить? Я думаю, можно оставить буквально один скин отсюда. Можно, конечно, два было бы оставить. Но мы все-таки оставим один. Это вот такой сэр чертова знать. Поэтому оставляем его. Если что, его может быть на вывод. Посмотрим. Посмотрим, потому что я не знаю. Следующее, что бы я хотел попробовать пооткрывать... Моя задача, не знаю, возможно, выйдет когда-то такой ролик, когда мы откроем с вами ножевой кейс. Не знаю, возможно, когда-то и будет такой ролик, но он просто очень дорого стоит. Тут ножи-то хорошие,
я не спорю, но суть в том, то, что слишком дорого стоит открытие такого кейса. Открытие такого кейса стоит 25 тысяч рублей. Пока что таких денег у нас не имеется. Поэтому давайте попробуем пооткрывать с юспиками. Юспики на 1390 рублей мы с вами покрутим. Посмотрим, что выпадет. Потому что, кстати, юспики мы вроде ни разу не крутили. 1200 нам падает. Ну, небольшой минус. Небольшой минус там выпало, конечно. И тот тоже вроде небольшой минус. 1100. Но меньше 1000 хотя бы не падает, и это уже радует. Знаете, это уже радует, потому что... Опачки, 1900. Вот оно стоит дорого, 1000 рублей. Неплохо, неплохо нас, в принципе, окупило. В принципе, окупило. Ой, смесь еще тут чудовищная. Ой, как на 200 нам как насыпало-то сегодня. Как нам насыпало. Хорошо, хорошо, неплохо. Это уже радует. Это уже, в принципе, радует, поэтому... Давайте попробуем... Блин, вот этот очень сильно хочу. Ну, что-то просто такое чувство. Я сейчас 4000 потрачу. Мне выпадет, я не знаю, вот за 400 рублей какая-нибудь хрень. Или вот за 300, аук выпадет и все. Поэтому рисковать не хочу. Не хочу рисковать. Также здесь есть вот такие вот кейсы. Что это? Что тут вообще может выпасть? Блин, рисковать, не рисковать. Здесь минимальный скин это 1900 рублей. А, ну и также 1100 рублей. Рисковать за 9000, открывать нет его. Давайте рискнем, пофиг. Пофиг рискнем, посмотрим, что выпадет. Очень много хороших кейсов пролетает. Ну долети. Ну какой скоростной зверь? Ну он же дешево стоит. 2700. 2700. Ладно, продаем. Давайте, чтобы не оставаться в таком прям минусе. Попробуем с вами с фарм кейсов что-то повыбивать. Что-нибудь хорошее, что-нибудь дорогое. Давайте попробуем. Очень сильно хотелось бы выбить отсюда авик, который стоит 11 тысяч. Но я не знаю, мне кажется, это не получится сделать. Особенно под конец нашей серии. Мне кажется, это просто нереально. Но хотя бы немного камбэкнуть баланс. Выбить хотя бы... Я не знаю, что можно выбить. Калашек хотя бы. Калашек выбить и оставить его на вывод. Вот это было бы круто, если мы сейчас выпали. Вот если бы эмка сейчас выпала, было бы, конечно, еще лучше. Было бы вообще замечательно, если бы еще эмка нам выпала. Но P250 азимов нам падает. Говорит, на, не расстраивайся. Падает P250 азимов. Можно воспользоваться моей тактикой, которую я всегда использую. И которая всегда меня не подводит. Просто я боюсь то, что в этом ролике она меня подведет, поэтому я не знаю, использовать эту тактику, не использовать. Короче, смотрите, в чем заключается тактика. Сейчас три раза мы открываем данный кейс. По 10 открытий за 123 рубля. Три раза быстрого открытия делаем. Да ладно! Да ладно! Да ладно, нам выпал авик! Нам выпал авик впервые вообще на сайте. Нам выпало АВП азимов с майнинг кейса. Это первое, это вообще первое открытие, наверное, этого кейса, когда нам действительно выпал авик. Я реально рад, потому что я очень давно хотел этот авик, чтобы он выпал нам отсюда. Мы в каждой серии открывали этот кейс. И в каждой серии я хотел, чтобы нам выпало АВП. И вот, наконец-то, может быть, это в честь Нового года, я не знаю. Просто я не знаю, как это работает, но теперь у нас имеется вот такой АВП. Итак, что же мы с вами имеем в конце нашего открытия? 6200 на балансе. Вот такой вот сэр, черт его знать. Такой вот, такого агента мы с вами выбили за 2043 рубля. А также АВП азимов за 11668 рублей. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте про мой промокод САРАМ, введя который вы получите плюс 35% к своему депозиту. Напомню то, что пополнение происходит любыми способами. Способов действительно очень много. И пополнить на 100, 200, 300, 400, 500 рублей вы в любом случае всегда сможете. И также не забывайте вводить промокод. Всем спасибо за просмотр. Мы с вами увидимся в следующей серии. Удачи!